Закрыто. Да. Человек меня чуть-чуть обогнал. Что-то у меня камера была выключена, что ли. Короче, тудум. Тема про байкеров. То, что мы в пути, но как бы приезжаем на сходники, такие на тусовочки, ну, или просто где-нибудь в кафешке останавливаешься. Здесь в Европе нет такого, что прям вот там, я не знаю, ты то, там я то, там ты турист, я там чуперист, там прям всех как бы более-менее, ну, сколько не было случаев, все общаются с друг другом, более-менее дружелюбно, молодцы. Поворотом перед перекрестками 70 нормальная тема. В районе, где мы ездим, в баварских местах скидывают до 80 вроде бы. Куда-то поехал. У нас как бы вот так. О, что-то я не этот. Кеттерберг был закрытый. Ну что там? Блин, короче, человек, давай пропускает. Ух ты, стоять. Да, спасибо. Едем на место, где собираются байкеры абсолютно разные. Так, ну, то есть такой пункт, это гора, на горе, чуть-чуть поворотики, собираются на горе кофе попить, поговорить там. Некоторые встречаются, есть такие, как называют их по-немецки, штамтыш. Собираются такие столики, которые там, допустим, ну, частенько, как друзья там, не друзья там, по переписке там они бывают. Есть такие, как собираются прям, ну, то есть каждый четверг в одно и то же время, в четверг приезжают на город. Откуда дровишки? Из леса вестимо. Так, ну что сказать. Вот такие вот здесь повороты. Кстати, да, очень интересная дорога. Едем в сторону горы. 507 метров над уровнем моря получается. Небольшая такая, бугорок. И на этом бугорке погода обычно посвежее, чем внизу. Это нормально, да? Это все правильно. Идешь вверх, температура падает. И вот эти места, дороги, где мы сейчас едем, они в основном, как вы видите, деревьями закрыты, дорога. Асфальт там много холоднее. Здесь даже сейчас я еду, мне уже свежо, термометр показывает 17, а 1 километр назад еще было 20. Так что свежо. И в чем суть? Суть в том, что ты как бы... Весна начинается, когда там снег растаивали, просто дождь или еще что-нибудь, просто сырость. Вот эти вот все перелеты, вот эти вот, ну, закрытые от тени деревьев там места,
они прям обалдеть, какие сырые, скользкие и так далее, да, и это не очень здорово, когда ты тут заезжаешь такой на холодных баллонах, на улице прохладно, и ты прям на байке заезжаешь сады, и так прям были случаи пару сезонов назад, я здесь уже вот как вот права получил, с того времени, в принципе, здесь и катаю наверх сюда. Были сезоны, которые начинались для некоторых очень, даже очень неприятно. То есть они еще в самом низу, они еще даже вот до вон того места не добрались. Мы едем туда наверх. До того места не добрались на горку, и в самом низу так раскладывается, что мама не горюй. Ну, не совсем приятно. То есть я выехал из дома 10-20 километров, разложился. Еще дай бог, еще там ничего не случилось, только ты байк там вот специально сделали для нас, чтобы мы ехали помедленнее. В деревне здесь их не нравится, им очень, что здесь байкеры раскатывают. Как бы. Так, ну посмотрим. В принципе, они все тут, конечно, жителям этой деревушки не завидую, потому что в хороший день до короны, вот этой всей истории с короной, с коронавирусом, вот этим вот COVID-19, народу-то ездило в солнечные деньки прям как за здрасте. Ой, даже здесь асфальт поменяли, прям гладенько все, все четко, нифига себе. Здесь прям раньше вложили в поворотах тормозные палочки такие, чтобы не разгонялись. Они, конечно, ставили знак, но все это было с тем намеком: не горцуй, не гоняй. Чуваки едут вот навстречу, здороваются, молодцы. Нет такого, что вот ты там какой-то там этот. Да, все с другом общаются нормально. Самое, да. Так что такие вот дела. Надо будет сейчас сюда заедем. Здесь поворот прям, да прям тут прям асфальт, я смотрю, подремонтировали. Да, гладенький такой стал, мягенький. Так, ну, чувака есть чувство юмора. На Fiat 40 лошадей наклеил герб Ferrari. Молодец. Это очень нравится. Я надеюсь, нас сейчас не выгонят отсюда. Были разговоры, что ну народ сегодня до хрена. Короче. Ух ты, какая красавица. Так.